Добрый день, меня зовут Павел Панкратьев, бренд-менеджер группы компании «Полымя». Сегодня мне будет помогать инженер-технолог Борисовского завода «Металлист» Кристина Пачковская. Находимся мы в хозяйстве Агрокалядичи, Пружанский район, и хотим рассказать вам немножко про наш комбикормовый цех производительностью 5 тонн в час по рассыпному комбикорму. Хочется отметить, что в этом немалом цеху работает два человека. Один человек – это растарщик, который принимает белковое, зерновое сырье, принимает микрокомпоненты и отгружает уже готовый комбикорм. И всего один оператор, который управляет полностью всем технологическим процессом, который смотрит, контролирует, если надо, где-то исправляет какие-то ошибки. Ну и по возможности, конечно, помогает уже первому работнику. Цех полностью автоматизирован. Если мы видим, везде на всем оборудовании установлены датчики. Датчики подпора, датчики оборотов, датчики обрыва цепи, стоповые кнопки. Все полностью, все сигналы сходятся в шкафах управления, и управление происходит с компьютера. Оператор, который сидит за компьютером, видит все этапы технологического процесса. Также он видит все ошибки. Если где-то что-то сломалось, переполнилось, он полностью все увидит и сможет быстро отреагировать, чтобы не было никаких проблем. И сейчас мы пройдем в операторскую, вкратце посмотрим это место. На данный момент мы находимся в операторской, непосредственно отсюда происходит управление всем цехом, всеми линиями, всеми устройствами. По нашей классической технологии все наши цеха начинаются с приемного отделения. Иногда по просьбе клиента мы увязываем существующие элеваторы с нашим комбикормовым цехом. В данном случае вы увидите, вот из стены выходит труба. Это элеватор транспортером соединен уже с существующим цехом. Сейчас, наверное, Кристина немножко расскажет, вот с чего начинается вся наша технология и на какие этапы она делится. Да, конечно. Вся приемка начинается с разгрузки, с автотранспорта зернового и белкового сырья. Непосредственно в завальной яме, которая обеспечена аспирацией, далее зерновое сырье направляется на очистку, а белковое сырье направляется сразу же на оперативное хранение. После очистки зерновое сырье также направляется на оперативное хранение. Далее следующим этапом является дозирование шлаковыми питателями. Непосредственно здесь расположены 8 питателей. Они дозируют непосредственно зерновое и белковое сырье в весовой бункер, который установлен на 4 тензодатчиках. Здесь формируется порция, которая в дальнейшем направляется на измельчение. Хочется отметить, что не все зерно приходит у нас чистым. Понятно, в элеватор будет заложено чистое, и оно в оперативные бункера придет чистым. Но иногда нам приходится привозить зерно с каких-то напольных складов и уже пропускать, засыпаем в наше приемное отделение. И чтобы не было потом проблем в узле дробления, нам нужно сделать хотя бы очистку от грубых примесей. Для этого в технологии у нас предусмотрена машина предварительной очистки, скальпиратор. Здесь происходит отделение только грубых примесей. То бишь, если где-то в прицепе кузова попался какой-то камень, палка или что-то такое крупное, то оно отсюда выйдет и удалится. И уже дальше в наши бункера уже засыпется чистое зерно. С учетом, что шрота мы не чистим, предусмотрен двухдорожечный переключатель чуть выше, который может пропустить мимо машины. Подготовленная порция зернового и белкового сырья направляется на дробильный бункер. Далее с надробильного бункера питателями дозируется в дробилку непосредственно на измельчение. Одновременно с тем, как происходит дозирование в основные компоненты, у нас происходит дозирование средних компонентов. С той стороны находится у нас станция растаривания. С
куда мы растариваем как мешки, которые мы видим, так и бэкбеги. Они через станцию растаривания заполняют уже бункера средних компонентов. Это компоненты, которые мы добавляем от 1 до 5%. Снэк и питатели по той же самой схеме, что и на основных компонентах. Все дозируется в весовой бункер, который выполнен из нержавейки. И уже весь компонент этих средних компонентов попадает уже в транспортер, в который у нас идет помол. И по транспортеру подается вверх в надсмесительный бункер. Готовая порция направляется в смесительную камеру, где происходит перемешивание продукта до однородной консистенции. Далее рассыпной комбикорм направляется под смесительный бункер и далее уже на оперативное хранение бункера. Хочу отметить, что все оборудование в цеху, оно аспирируется. Где-то подсоединены, как называли на яме, у нас аспирационные сети. На норях, скрипковых транспортерах установлены локальные фильтры. Все оборудование выполнено во взрывозащищенном исполнении и имеет сертификаты ТРТС-012. В данный момент это обязательное условие для увода в эксплуатацию комбикормовых цехов. А сейчас давайте, пожалуйста, пройдемте на улицу и посмотрим на экспедиционные бункера. Мы находимся на последнем этапе технологического процесса. Это бункера готовой продукции. Мы видим, что здесь находятся 4 бункера, 4 рецепта. В каждый бункер помещается 30 кубов, то есть 15 тонн готовой продукции. Машины подъезжают, выгружаются. Управление электрошиберов может происходить как из операторской, так и отдельно, как мы говорили в начале, растарщик может прийти и кнопочкой открыл, загрузил машину, выгрузил, и машина уже поехала дальше на весовую, взвесила. На этом вся технология и весь обзор нашего цеха заканчивается. Спасибо, Павел. Будьте с нами. До свидания.